споет солист, народный артист России Василий Овсянников. Русская народная песня «Коробейники». Дорогие друзья, я хотел бы от всего сердца поздравить всех участников конкурса «Осеннее созвучие», победителей поздравить и, конечно, благодарить самого главного этого предводителя всего этого нашего дела. Антон Михайлович, вам низкий поклон и огромное спасибо за поклонение. Я уверен, что будущее есть и в ансамбле «Россия» имени Зайкиной, в оркестре Осипова и во многих оркестрах, которые существуют у нас в России. А вы, дорогие родители, друзья, руководители, помните, что в ваших руках национальная культура России. Распрямись, рожь высокая, тайну свято сохрани. Распрямись,
Василий Незыгорович. Вы думаете, я просто уйду? Не надейтесь.